Самый центр города, Ленинский проспект. Автомобили лавируют, только чаще это не смена полос, а попытка увернуться от ям. В таком состоянии дорога находится уже несколько лет. Автомобилисты, отвечая на вопрос о качестве покрытия, не могут сдержать эмоций. Что вы думаете о качестве дороги на Ленинском проспекте? Ой, да не то слово. Качество дороги на Ленинском проспекте. Наконец, администрация города сообщила о том, что уже сегодня начнется ремонт проспекта. Работы будут проводиться ночью, чтобы избежать больших автомобильных заторов. Водители, как показал опрос, готовы терпеть временные неудобства, ведь сейчас они и вовсе вынуждены объезжать Ленинский стороной. Два участка дороги, вот именно возле Меда почему-то, и получается от площади Октября едешь до моста, а там вообще не очень. Как-то так. Хорошо. А проблем у вас с машиной никогда не было вот именно из-за этих мест? Потому что движение вроде очень активное, там может аварии какие-то. Стойки убитые, понятное дело, благодаря нашим дорогам. Скоро менять будем. Я считаю, что если это Ленинский проспект, как бы центральный проспект города, он весь должен быть идеален, в принципе. Как сказать, что лицо города, конечно, наверное, чересчур, но тем не менее. Ездят-то по нему очень многие люди, и чиновники, и все-все-все, и думаю... Не очень приятно ездить по ямам и выбоинам, и люкам, в частности, которые, бывает, торчат. А Ленинский, я не знаю, почему до такой степени довели, я даже без понятия. А у вас с машиной никаких проблем вот именно из-за Ленинского проспекта не возникало? Ну, я стараюсь по нему не ездить вообще-то. А, то есть из-за даже так? Да, чисто вот по... Ну, невозможно ехать вообще. Объезжать больше не придется. Этот ремонт, вероятно, будет одним из самых масштабных в предстоящем сезоне. Отмечается, что в первую очередь покрытие обновят от улицы Димитрова до площади Баварина, далее от площади Октября до улицы Северо-Западной. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.